Действительно, казахстанских танкистов встречали как настоящих героев. Занять второе место на конкурсе по танковому биатлону в Подмосковье – это все равно, что получить золото на Олимпиаде. Соревнования считаются престижными. Говорят, это самый любимый этап армейских игр министра обороны Шойгу. К танковому биатлону мы начали готовиться с апреля месяца. Были больше лошадиных сил и были более подготовлены. Но это зависит не от техники, я думаю, от мастерства личного состава, от мастерства людей, от мастерства экипажей. Казахстанские танкисты показали триумфальный результат – 1 час 45 минут 41 секунда. Чтобы выяснить, кто лучше водит боевые машины и стреляет из крупнокалиберных орудий, в Россию съехались армейские команды из 19 государств. Наши военные уже с начала игры записались фавориты. Мы, казахстанские танкисты, совершили большой прорыв. Мы доказали, что способны претендовать на лидерство. Вся команда проявила волю к победе, бойцовский характер и слаженность в работе. К слову, нужно отметить, что это не единственная победа казахстанских военных. Сборная вооруженных сил нашей страны заняла третье общекомандное место на армейских международных играх. Как раз в Алабино проходило их закрытие, где участвовали 150 армейских команд из 28 стран мира. За честь и престиж казахстанской армии на международных на арене боролись более 350 военнослужащих. Анвар Шаликенов, Нурлан Утеген, телеканал Алматы, Астана.